каждый сможет так красиво спеть, как Татьяна. Мне песня подойдет. Очень мотивационная. Да. Саш, а как ты относишься к женскому юмору в кадре? Ты знаешь, скептически. Я думаю, что женская сборная КВН, высшая школа физической культуры и спорта, изменит твое мнение. Встречаем! Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует женская команда КВН Высшей школы физической культуры и спорта. Наташ, а ты чё сегодня такая веселая? Спасибо, что заметили меня. Вчера варила картошку в мундире. Фартуки, оказывается, удобные. Настя, может быть, у тебя есть шутка? Женщине, выходящей из автобуса, прищемила одну ногу дверью. И поехала. Ты нормальная вообще такое на сцене говорить? Может, хватит? У меня как раз время истекло. В смысле? Ремонт. Надоело, встань в угол. Окей. Девочки, у вас вообще нормальные шутки есть? Да, у нас есть! Показывайте. Представьте ситуацию. Кукле Барби звонит телефон. Капец, у меня столько костей. Папа Костя, брат Костя, да заветренная Костя, еще тут что-то торчит. Так, девочки, давайте уже начинаем. Иногда на телешоу бывают и такие участницы. Добрый вечер, дорогие телезрители! Вас приветствует самое интеллектуальное шоу для глупых девушек. Здравствуйте, девушки! Итак, первое задание. Сейчас я буду называть пословицу, а вам нужно будет ее продолжить. Хорошо! Итак, мал золотник, да? Нет. Мал золотник, да? Нет. Так, девочки, я смотрю, с пословицами все очень плохо. Давайте попробуем с песнями. Сейчас будет включаться песня, вам нужно будет ее просто продолжить. Хорошо. Включаем. Вернись. Что там такое? Девочки, там ничего нет. Следующая песня. Shoot up your bus? Да, да, спасибо. Девочки, нет, нет, это неправильный ответ. Следующая песня. Что там такое? А ты что-то видишь? Нет вообще. Девочки, там ничего нет. У вас остался последний шанс. Вы нас совсем за глупых считаете. Пять! Так, пошли вон отсюда. А на концерте Стаса Михайлова может быть и такое. Машина. Чё ты пялишься? Чё? Чё он хотел?
Смотри, два документа. Наташа, поблагодари мужика Борика, а то у меня руки заняты. Хорошо. Чё ты лопёшь? Это вообще-то благодарность. Ой, девочки, походу приехали. Блин, я купальник дома забыла. Эй, давай. А давайте представим, что было бы, если бы девушки служили в армии. Стой! Раз, два. Направо, ой, налево. Раз, два. Итак, пальцы. Печеньки. Есть. Конфетки. Есть. Тортики. Есть. Нельзя. После шести нужно правильно учить устав. Скворцова вышла из строя. Ты почему вчера устроила драку с Пальцевой? А почему у нее такая же курточка, как у меня? Это армия. Здесь у всех такая же курточка, как у тебя. А раньше предупредить нельзя было? Так, разговорчики. Отставить разговорчики. Итак, сейчас мы с вами отправляемся в казарму и будем учиться одеваться, пока горит зажигалка. Капец, вы жестокая. С вами была женская команда КВН Высшей школы физической культуры и спорта. Спасибо. Спасибо.